В Якутии началась прививочная кампания против гриппа. В республику поступило 35,5% от заявленного объема вакцины «Гриппол плюс», предназначенной для детей. Чуть ранее была получена половина от заявленного объема вакцины «Совигрипп» для взрослых. Вакцина распределена между больницами Якутска, Алданского, Нерюнгринского, Ленского, Мирнинского, Мегино, Кангаласского и Хангаласского районов. На сегодняшний день по республике прививку от гриппа получили более 23 тысяч человек. В Якутске вакцину получили более 12 тысяч горожан. Бесплатную прививку можно сделать в поликлиниках по месту жительства, учебы, работы. Минздрав Якутии напоминает, что своевременная вакцинация предотвращает заболевание гриппом у 80-90% населения. В этом году специально мы начали делать рано вакцинацию против гриппа с сентября по ноябрь месяц для того, чтобы охватить максимально охват населения и сделать и выработать надежный иммунитет для населения как раз к пику начала заболевания, который начинается в октябре. Иммунитет вырабатывается на прививку через 8-10 дней.